Доброе утро, друзья! Наступило предпраздничное 7 марта, а в народном календаре сегодня Маврикий день. И день этот напрямую связан с началом полевых работ. Ведь это у нас в Забайкалье пока еще зима, несмотря на дневное тепло. А в западных областях России уже полноправная весна. Но скоро и мы начнем рассказывать о том, что и в какой день надо сеять и сажать. Кстати, начать можно уже сегодня, об этом чуть позже. В этот день на Руси традиционно начинали полевые работы. Пока по дороге еще можно было проехать, на поля вывозили навоз. К навозу, как к единственному доступному удобрению, относились уважительно. Впрочем, здесь тоже были свои тонкости. Например, навоз нельзя было запахивать в землю ни в полнолуние, ни в новолуние, чтобы не выросла сорная трава. Лучшим временем считалась последняя четверть луны. В современных реалиях садоводам и дачникам тоже стоит прислушаться к народным мудростям и сделать сегодня то, что вы планировали в ближайшее время. Это может быть пересадка комнатных цветов, замачивание семян, посев рассады или поход в магазин за семенами и саженцами. А вот удобрять сегодня землю можно только при условии, если день не приходится на новолуние или полнолуние, иначе удобрение не принесет пользы. Если на Маврикии в день оттепель и курицы пьют из луж, весна будет теплой и дружной. Если голуби воркуют, а синицы на гнезда садятся, в ближайшие 2 недели быть ясной и теплой погоде. А внезапный ветер или снег обещает возврат холодов до конца месяца. Такой вот сегодня день. Удачи вам, увидимся завтра. База «Дачник». Низкие цены. Убедитесь сами. Теплицы, парники, сотовый поликарбонат. База «Дачник». Кутузовский проезд 2А. Телефон 71 66 88.